Идем на второй этаж. Казармы, которые крайне последние в общем виду. Расположение подразделений войсковой части 60-783 и других. Только сейчас мы были на первом этаже. Мы сделали два видео. Вот мы здесь прошлись с вами по всем помещениям. В этой стороне коптерка. Мы видели. Вот здесь вход с торца. Эту яму смотрели. Вот этот проглелся пол. А мы сюда идем. На второй этаж. Сегодня 26 июля 2023 года. Это вот казарма, которая рядом. Вон там здание, в котором библиотека, столовая офицерского состава, санчасть. Под нами вход. С торца. Вот мы развернулись. И второй этаж. Пошли. Фонарь у нас наготове. Потребуется, мы его включим. Налево пошли сразу. Небольшой коридор и помещение. Слева, справа. Мы знаем, что вот тут справа, на первом этаже, оружейная комната. Были там. Ага. Пирамиды. Четыре шкафа. Оружейные. Решетки на окнах. Напротив. Помещение вот какое. Коптерка, наверное. Если судить как по первому этажу, коптерка это. А тут печь была. Оружейная комната. Мы дальше идем. Вот двери зашли. Точно такое же, как и на первом этаже. За некоторыми там отклонениями. Только ботинок не видно. Мундиры. ПВ. Брюки на выпуск. Там тоже мундиры, брюки на выпуск. Здесь тоже были шкафы. Ну что-то у нас не пошло в шкафы. Вон какая тут ручка. Коптерщик приделал хорошую ручку. На первом этаже по коридору крючки рассыпаны. Крючки там одежные. А бельевые или одежные, как уж назвать. А здесь мы поднялись. Направо помещение. Пусто. Дверная коробка, полотно есть, вот полотно, дверное, панели. Это второй этаж. Вон там всякие символы. Не могу прочесть ничего.
также здесь с отравляющими веществами. Еще одна дверь. Шкаф. Да, и пошли по коридору. Увидим сейчас и пойдем по коридору. Второго этажа. Вот. Коридор, и мы пошли. Он здесь был. Также на первом этаже такое мы встречали. Это было. Вот лампочки тут были. В зависимости от ситуации загорались там какие-то тексты, надписи. Вот зеркало было. Это все может. Мы не можем открыть. Закрыто. Тоже закрыто. Заколочено. Коридор, окно можно посмотреть. Мы на втором этаже. Казарма, которая крайне в общем ряду. Трубок 2. Вот тут какие подпорки были. Туалет. Это, наверное, умывальник. Да, вот он. Частично, видимо. Зайти не можем. Камеру мы тут крутим. Такое светлое помещение. Вот здесь вход центральный. Вход, он же выход. Мы здесь, наверное, будем выходить. На третий этаж уже не пойдем сегодня. Ну, чуть не прошли. Ну, какое помещение. Печь. Это была печь. Что описано? Наверное, зеркало. Может быть, даже это была бытовая комната, где мы сейчас смотрели. Нет, наверное, это вот бытовая. Какой сквозняк. Да, это бытовая комната. На втором этаже. Интересно это, что за помещение. А, вон там оператор ходит. Вон он. Оператор. Вот уже фонарь у нас на плечах. Для чего это зеркало?
напротив помещения. Небольшое помещение. Да, тут помещение еще есть. Пролет лестничный отсутствует, зато есть тут по коридору помещение. Да, вот тут как раз мы увидели бы КПП, которая рампа, на рампу ведет. Вот там. Там дальше на мост через ЖД. Здесь же КПП под одной крышей, подразделение химической и бактериологической защиты войсковой части. Дорога, народ ходит. Вот что, внештатные сапожники, помню, мы были здесь. Рядовой нога. Это второй этаж казармы. На третий уже не пойдем сегодня. Ограничено несколько времени. У нас. Вот какое помещение угловое. Еще одно. Последнее. Да, еще у нас есть помещение в ту сторону. Это коридор, по которому пришли, второй этаж. Фонарь хваленый, чтоб тут дыры, чтоб не было. Ну какая закрывашка, открывашка. Вон как закрывал. Смотрели все помещения второго этажа. Вот еще одна дверь открывается. Да, и уходим. Вон там прямо кафе офицерского состава. Пожилой дом. Времени 15 минут 12. И мы завершаем. Посмотрели все помещения второго этажа в одном видео. Теперь, я думаю, может быть, нам стоит третий этаж посмотреть. Я смотрю, тоже близко. Вот здесь подъем на третий этаж. Мы туда пойдем, с того места начнем на третий этаж. Подъем.
Здесь фонтан. Где-то там. В первом видео он видит. Это третье видео. Здесь в казарме. Завершаем здесь. Идем начнем другое.